И может сейчас нам улыбнется с вами удача. Все. Бельгия. Нападающий. Да! Офигеть! Охренеть! Сколько он стоит? Ну что ж, давайте с вами перейдем к первому нашему открытию наборчиков на втором аккаунте. И сейчас у нас с вами есть 60 поинтов. Откроем один стандартный набор на этом аккаунте и один базовый. Давайте открываем с вами стандартный набор и... Как будто ничего, да? 83-й нам выпал игрок и 83-й. Все. В принципе, ну дудок один, ну окей. Кстати, сейчас на моем телеграм-канале происходит розыгрыш звездного абика. И у тебя есть шансы его получить. Так что подписывайся на канал, и именно ты можешь стать победителем его. Так что переходи по ссылке в описании. И один открываем тут базовый набор. И нам с вами падает... Восемьдесят Саммер. Все. Это, поэтому вы понимаете, что эти наборы как будто бессмысленно открывать. Ну давайте, наша единственная попытка на Фодена. Давайте, let's go, надо выловить Фодена. Прошу, давай Фодена. Захарян. Не, ну это неплохо. Захарян это неплохо. В принципе, пойдет, спьем покать. Что ж, на втором аккаунте действуем по тому же принципу. В первую очередь мы с вами покупаем один жетончик, базовый набор и смотрим, кто нам из него выпадет. Надеюсь, именно сейчас нам с вами выпадет кто-то годный. И смотрим. Ничего годного на втором аккаунте. Залазар. И за 40 открываем стандартный набор. И может сейчас нам улыбнется удача и с вами кто-то выпадет. Так, волкаут. Это кумир. Франция. Топник. Ох-ху-ху-ху-ху-ху-ху. 88-й. Это замечательно. Ну, 1 100 000, конечно. Ну, вот такой. И, надеюсь, сейчас нам с вами выпадет тут сам Фоден. Let's go, погнали. И Фоден. Так, стойте-ка. Фоден. Фоден. О, Аргентина, но это Дюбала там нет уже. Альмада. Не знаю, радоваться или нет. Ну ладно, замечательно. 90 игрок. Уже не самый худший. Уже не самого худшего выловили, это замечательно. Что ж, третий аккаунт. Действуем по тому же принципу. Покупаем жетон за Диака 1, чтобы был шанс выловить Фодена. Открываем один базовый набор. Может сейчас нам с вами улыбнется удача. Let's go, погнали, смотрим на набор. Так, стойте-ка, волкаут. Нидерланды, ЦПшник, Барселона, Фрэнк Де Йонг 90-й. Так, в смысле 87-й? Ну ладно, тоже неплохо, в принципе. Фрэнк Де Йонг, замечательная покупка. Замечательно, хотя бы не 83-й игрок нам выпал с вами. И стандартный набор с вами открываем. Я надеюсь, сейчас нажимаем пробел, выпадает нам с вами волкаут. Так, кто-то у нас там синенький. А, ну ладно, фигня какая-то беспонтовая. И давайте, надеюсь, сейчас нам выпадет сам Фоден. Let's go. Пробел. Пробел. И давайте. Прямо сейчас. Что ж, на этом аккаунте давайте с вами откроем один наборчик за 4000 FIFA points. Что такое? Ой. За 4000 самоцветов. Заходим в лунный Новый год. 6250. Есть шанс у нас с вами выловить самого-самого Пеле, Шевченко или Фодена. И давайте с вами откроем этот набор. И может сейчас нам улыбнется с вами удача. И мы получим с вами кого-то годного. Но игра залагала. А это значит, что похоже нам сейчас возможно кто-то да выпадет. Нажимаем пробел и смотрим на того самого. Серьезно? Вообще никто? Вообще никто? Серьезно? Вот вам и 6500 кристалликов. Давайте еще один. Может, ну не может быть такого, что ну вообще никто не падает. Так. Волкаут. Кот-д'Ивуар. ЦПшник. Аль-Наср. Бафана. Серьезно? Серьезно, это все? Ладно, третий набор.
Сейчас нам выпадет легенда. Давайте. Блин, буду. Закрываю глаза. Волкаут. Я слышу по звуку. Не знаю страну. Серьезно? Серьезно? И еще один. Смотрим, и сейчас должна выпустить легенда. Так, вот это мне нравится уже. Но это Джокер. Из Брюгге. Но это не какой-то кал говна. Ну что, серьезно? Вообще никто не падает? Что это за наборы? Реально? За 1250 откроем. Просто, может, тут сейчас пиле? Серьезно, никто. И еще один. Никто. И еще один. Никто. И еще один. Что за колговна падает? Что ж, очередной у нас с вами аккаунт, и мы идем также по сценарию. Открываем один базовый набор, один обычный набор, и мы тут ничего не ловим, как всегда. И один мы открываем стандартный набор, и может сейчас нам с вами быть кто-то выше 88-го. Смотрим. Так, стойте-ка, волкаут. Испания. Цапник. Реал Мадрид. Ну, не знаю. Такое себе я бы сказал. Я бы хотел 90-го. И с вами у нас есть один билет пропуска, чтобы выловить того самого Фодена. И let's go. Погнали. Нажимаем правой кнопочкой мышки. Смотрим на экран. Говно из жопы. Я понял. Захарян, ладно. Тут не говно из жопы. Хороший игрок с российским гражданством. Это замечательно. Все по тому же принципу. Последний аккаунт. И сейчас нам должно повезти. Открываем один обычный набор. И может сейчас... Фигня полнейшая, да? Эх, ладно. Стандартный набор. Может, именно сейчас нам улыбнется удача. Стойте-ка, волкаут. Шотландия. ЛЗшник. Ну, я понял, это 87-й. А, почти. Ну и, в принципе, все. И наш с вами Фоден. Сейчас нам с вами выпадает, да? Надеюсь. Выпадает Фоден. Эх, ну ладно. Турок нам выпал. И откроем с вами один наборчик за 6500. И именно сейчас, надеюсь, в нем нам с вами выпадет тот самый годный игрок, которого мы так давно ждали. Я надеюсь, это будет Пеле. А может Эрлинг... Ну, не Эрлинг Холланд, а Фоден. Это говно. Ну и откроем еще один набор. Почему бы и нет? Надеюсь, именно сейчас. Может, сейчас? Говно, серьезно? Маскир... Что? Виллин 89-й? А почему он не подсветился? И еще один набор. Это все, это оно. Это оно. Это он. ЦПшник. Барселона. Де Йонг 87-й. Серьезно. Еще один набор. Может сейчас? Все. Бельгия. Нападающий. Форест. Да! Офигеть! Риги! Охренеть! Сколько он стоит? 8 миллионов монет! В последнем паке, представляете? Который мы собирались открыть. И он стоит у нас... Сейчас 8 миллионов монет, мы знаем. Но их уже, наверное, кукуево продают, да? 3. Но мы можем его продать сейчас за 12. Вкачнуть и продать за 12. Вот так сейчас и сделаем. Повышение ранга. Хавьера Маскерана берем. Повышаем ему рейтинг.
за 18 миллионов, следующий за 29. В теории можно закачнуть до 29 миллионов, рискнуть, и продать за 29 миллионов. Это будет хороший сейчас для вас контент. Мы сейчас берем Ориги, повышаем его рейтинг до 94. И сейчас либо мы его продаем за 18, либо мы его продаем за 29. Шанс 50 на 50. Прошу, давай. 18, ладно. Переходим на рынок. Мои игроки. Продать его? Нет. Продаем его за 18 миллионов. Вот так вот 18 миллионов нам выпал на аккаунт. Вот такой вот у нас с вами получился выпуск. Мы с вами сделали открытие пару паков. Нам выпал офигеть какой игрок, вы сами это увидели. Рассказал вам хитрости, лайфхаки. Вот, поэтому наборчики лучше не открывайте, не тратьте свои монетки. Вы сами увидели, что падает там полный шлак. Но также есть шансы выбить Фодена. Надеюсь, он вам выпадет. Кстати, пишите, кто вам уже выпал. Подписывайтесь на ТГшку. Обнял, поднял. До новых видео.